Всем привет, это второй анонс 22-го обновления. За прошедшее время доперенесена карта Яркендара. Вот сейчас по ней можно так полетать. Она находится ниже уровня моря, поэтому с ней небольшой такой нюанс есть. Она находится отдельно со своим морем. Вот у нее свое море, а это основное море для остальных локаций. Ну, в частности, вот это новый мир у нас, и отсюда, в принципе, Яркендар видно. Кроме того, исправленные ошибки, о которых я говорил ранее, это здесь. Текстуры нормально легли, ну, я их переналожил, и еще здесь был косяк, тоже исправлен. Кроме того, были доперепакованы модели инвентаря, кроме оружия и предметов из раздела разное, и теперь вот такие предметы, как руны и документы, все остальное выглядит нормально, а вот оружие, которое было даже на демке, оно до сих пор в виде такой вот модельки. Помимо этого, я за прошедшее время посидел в программе Speedtray, посмотрел, какие там есть образцы. Так, ну и в общем результат такой, что походу все-таки самим придется, ну даже мне, наверное, самому делать деревья, потому что наиболее подходящих из библиотеки найти не удалось. Я допеределал карту тестовую, на которой представлены все оригинальные модели. Итак, это тестовая карта. Вот все деревья, все типы деревьев, которые представлены в оригинальной локации в первой части. Кустарники, все виды камней и примерно какие есть в движке готовые уже эквиваленты. Это оригинал и, возможно, что-то подобное. На что-то подобное будет заменено в дальнейшем. Так, ну и план на ближайшее время. Объекты инвентаря доделать, доперепаковать поверхность первой части, потому что там есть ошибочки. Файлы анимации досохранить. Объекты с огнем, это... Ну, там всякие печки, факелы и так далее. Фурнитура. Это столы, стулья. Вот это вот. То есть, чтобы у них была физика, их можно было там, не знаю, пнуть, отпинать куда-нибудь. Недалеко. То есть, я их нормально массу сделаю, чтобы нельзя было на 100 метров зафигачить. И что там дальше? Но это я еще подумаю. И это будет 22-е обновление. Ну что, на этом все. Пока-пока.